В Иркутске после мягкой зимы ждут ранней весны, а ее несвоевременном приходе заставляет задуматься и происшествие в местном зоопарке. Здесь проснулись два барсука. Сегодня у нас произошло небольшое чудо. Наши барсуки вышли из спячки. Молодые барсуки, то есть потомство, вышло из спячки. Взрослые барсуки еще спят, они медленнее будут выходить, а вот более молодые вышли и достаточно активно себя ведут. Барсуки проснулись, когда температура поднялась до 2 градусов тепла. В прошлом году в это время она была ниже минус 20. Животные чувствуют это намного лучше, чем мы. Они более подготовлены к разным перепадам и намного раньше чувствуют изменения. Из своего убежища вылез и ежик по имени Рэмбо. Смотрители говорят, что это тоже верный признак ранней весны. В предыдущие годы колючий зверек ни разу не ошибся.